Россияне — это просто вырожденцы. То есть, понимаете, я вот там 70-е ростом, у нас были... То есть я не видел никакой Второй мировой войны. Но у нас там во дворе ты играешь, и ты за наших или за немцев. То есть немцы — это априори там фашисты, отрицательное зло какое-то в чистом виде. Теперь такими станут русские. Ну, россияне русские, там уже не знаю, как это. Потому что понятно, что там среди этих русских бурятов да кадыровцев тоже немерено. Со всеми татарами. И, конечно, тоже эпично, что меня очень удивляет. Люди, которых поработила Россия там столетия назад, сейчас доведены до нищеты и занимаются тем, что за грошики приходят убивать в другую страну. Удивительно, насколько все-таки тонкий слой этой цивилизации был на россиянах. Все равно они очень быстро вернулись до состояния лаптеногих. Мы уничтожили большой десантный корабль «Новочеркасск», там сколько, 74 погибших моряка, да, одна гражданская сторожиха там на этом. Россияне ответили там больше сотни ракет по гражданским. Роддома, роддом, школа, торговый центр. Бессильная, импотентная злоба мразоты рашистской. Ну, вам капсда все равно, но сейчас вы хуже немцев. Немцам там после войны показывали концлагеря, она выводили их. Вы сейчас можете посмотреть, до какого состояния вы довели Марьинку, до какого состояния вы довели Мариуполь, до какого состояния довели Авдеевку с Бахмутом. Но вы, мразота, блин, нафиг, ратуете за своего плешивого царька и поддерживаете его, все Шахназаровы там эти все. Я просто, блин, в шоке, интеллигенция рашистская. Гореть вам в аду, жалко, что я неверующий. Ну, мы вам и так устроим пекло.